Здравствуйте. Сегодня мы смотрим дом на продажу в Полухине. Два этажа. Здесь вход такой. Это автоматические ворота. Есть зона для парковки. Площадь здесь небольшая. Не знаю сколько, по-моему, 7 перчей, около того. Входная группа и гостиная. Видите, обратите внимание, что люди здесь живут. Недостроенный вариант, на Шри-Ланке это норма. Пока строится дом, они вот в таких условиях живут. Так, по плану, я не знаю, они говорят, что здесь должны быть какие-то двери. Вот здесь дверь основная и вход. Ну, я думаю, что вы можете и по-своему как-то сделать. Вот эта дверь входная должна быть. То есть дом недоделанный. Но здесь можно увидеть в этом плюс, что вы можете сделать отделку, как вы хотите. Всего здесь может быть 5 комнат. Первая комната. Здесь мы входим, здесь кухонная зона. Здесь у них кухня. Одна комната. Задний маленький дворик. Вот здесь старый санузел. Его нужно будет, наверное, поднять, и можно сделать отдельный санузел. Второй санузел на втором этаже должен быть. Здесь небольшой холл и две комнаты с окнами в пол, с балконом. Это зимоклон. Так, хозяин говорит, что у него есть уже плитка, готов вам отдать ее. Не знаю, насколько это комнат, но достаточно много, вот это все плитка. Видимо, на второй этаж. Две комнаты здесь. Отделка наполовину, потому что здесь планируется, они планируют сделать такие потолки. Но вы можете сделать и продолжить отделку. Высокие потолки сделать. Еще одна комната. И санузел. Здесь даже может быть 6 комнат. Ну, может быть, одна комната будет какой-то кабинет или столовая. Вот такой дом. Сейчас они хотят за него 12 миллионов. По нынешнему курсу это 36 тысяч долларов.